Сегодня откуда не возьмись какое-то яркое солнышко, и я пытаюсь вот так сейчас настроить видео, чтобы показать вам каталог, но, видимо, придется мне положить его на плоскость и листать, потому что я не смогу вам показать нормально. План покупок и гид по каталогу номер 18, праздничный, если, конечно, сейчас не зайдут облачка, пока я предисловие такое вам, вступительное слово говорю тогда я смогу листать, быть в кадре и э, с эмоциями на лице рассказывать вам о том, что я присмотрела себе из этого каталога, что уже сегодня накидала в заказ, что оставила на потом для того, чтобы сделать заказ в конце каталога. Я люблю вначале заказать то, что вот прям бегом-бегом надо, и чтобы мне пришел новый каталог, а в конце каталога Я всегда сажусь, смотрю внимательно, какие же там были акции, что же у меня закончилось. Ревизию запасов делаю и делаю второй заказ по этому каталогу. Что у меня сейчас на губах, тоже давайте посмотрим. Это вот такая помада. Я точно уже не помню, как она называется. Но оттенок это 40472 Glammy Lipstick. И она у меня в, вот в таком нежно-розовом цвете. И вот так она выглядит на солнышке. Нанесена она у меня, правда, на блеск, не на сухие губы, но, в общем, сегодня у меня такой полупрозрачный мейкап, макияж, и я вот в таком э, полупрозрачном образе. Ну, давайте я расскажу сейчас про подарок для новичков. Это тапки, тапки с оленями. Мне кажется, они невероятно мягкие. Я прям представляю, как я опускаю в них ноги, как там мягко, как там тепло. Ну, у меня, по крайней мере, создается именно такое впечатление. И я пыталась даже заказать себе сейчас тапки не с оленями, а с овечкой, по-моему, у нас там есть. Но Видимо, их еще не подвезли на склад, потому что у меня даже не пробивался артикул. К большому, конечно, моему сожалению. Я хотела заказать себе тапки с овечкой. Они беленькие, они и пушистые. В общем, там целых 4 варианта тапок у нас в каталоге. Но мы сейчас дойдем посмотрим. Я вам покажу, что я хотела. А эти можно взять всего лишь за 1 рубль новичкам, кто только что зарегистрируется в компании, и сделает совершенно небольшой заказ 1699 рублей. Сумма указана до скидки а скидка у вас выходит сразу же после регистрации в каталоге, то есть вы заплатите меньше. Но подарок придет у вас в 19 каталоге, в следующем, который начнется у нас с 21 декабря. То есть сейчас мы э, выполняем условия на получение подарка, а с следующим заказом уже получаем подарок. В общем, такие незатейливые условия. Ну и подарок стоимостью 899 рублей вы получаете. Так, ну э, все-таки, да, некачественная картинка из-за солнышка, поэтому я переключаюсь на другую камеру. Итак, новинка этого каталога аромат Элисар вместе с подвеской Сваровский. Аромат получил парфюмерную премию. Получила компания премию за сотрудничество с компанией Сваровский. То есть это было все отмечено как раз на этом награждении. Ну и аромат можно почувствовать, потерев флакон. Вот здесь есть кружочек. Если под определенным углом посмотреть, его видно. И именно в этом кружочке можно протестировать аромат. Здесь просто почитать красивые картинки, интересные, интересная информация. И новая тушь. Ее я, конечно же, уже положила в свой заказ. Без каких-либо скидок просто взяла эту тушь на тестирование. Особенность ее в том, что она открывается нажатием. Нет привычного закручивания, а просто клик-клик, да? Раз-раз и так же, как у нас помады в дорогих линейках открывались, так и с тушью. Очень интересный ход. Обязательно попробую. Фибровая щеточка. Будем тестировать обязательно. Если получу в пятницу, то в субботу, по традиции, будет у меня прямой эфир. Новинки пудры. Вот эту пудру я пока не заказала. Я заказала пудру с эффектом блер Мне было очень интересно, и я потратила на нее скидку Faberlic Like 70%. Для тех, кто не знает, это у нас такая программа. Два, зака... Два каталога подряд оплачиваешь заказ. На третий каталог скидка 70% на один товар. Вот я воспользовалась и вместо 899 390 рублей у меня получилась пудра. Ну, в конце каталога, скорее всего, я за скидку VIP получу еще одну какую-то. Ну, закажу какую-то из этих пудр. Пока еще не знаю, в общем, планирую, конечно, попробовать. А здесь у нас еще есть и фиксирующая пудра, она абсолютно белого цвета, и ее нужно очень тоненько кисточкой наносить для того, чтобы просто зафиксировать тон. Теперь из новинок на, на тональный кушен для лица Baby Face 14 граммов и цена 1499. Конечно, не бюджетная, девчонки, все к тому, чтобы вы пользовались Faberlic Like, для того, во-первых, да, чтобы ваши цены отнимите от 2070 процентов, сколько это будет, это получается минус 1400, будет 600 рублей. Вот за 600 рублей вы возьмете вместо, ну, даже с 20% скидкой вместо 1200. Очень выгодно, поэтому вступайте в эту программу, делайте, оплачивайте два каталога подряд заказа от 1000 рублей, с третьего каталога уже начинайте пользоваться 70% скидкой на один товар. Ну, а вот здесь получилось 390, только здесь эта пудра сколько у нас стоит. Тоже 1300 у нее зачеркнутая цена, ориентируемся на нее, отнимаем от нее. Тоже будет 390 рублей. Отлично просто по этой акции получать такие цены. Так, дальше новинки у нас. Ой, Пересветила. Карандашики. Тоже в конце каталога обязательно закажу для того, чтобы сравнить с тем карандашом, который у меня. Хочу: вот этот обычный затачивающийся. Эти, понятно, классные, их не надо точить, но они очень быстро заканчиваются. И нельзя их выкручивать даже до того состояния, который здесь иначе он может сломаться. Он очень тоненький, но вот классно вырисовывает каждую волосинку в бровях. Мне такие карандаши нравятся, но цена кусается. Поэтому, опять же, да, Фаберлик лайк нам в помощь. Новинка. Глиттер для лица и тела. 2,5 грамма. Ну, я уже не в том возрасте, чтобы пользоваться. Спрошу у дочери, надо, если ей, то обязательно купим в конце каталога. Лаки. Ну, я, наконец-то, да, меня дочь заставила ходить на маникюр. Я сходила, и теперь это просто Товар не для меня, а так я очень любила вот такие лаки именно к Новому году. Для меня, мне кажется, что они будут как песочные, немножко неровные на ногтях. Что бы я себе выбрала из этого? Я бы обязательно взяла вот этот малиново-красный, я бы обязательно взяла звезду вечеринок. Очень мне вот эти два оттенка понравились. Ну, вот, прям взяла бы Целое, целый ряд нюдовых лаков для ногтей сразу по акции. Берете два. 169 каждый, если бы у меня не было маникюра, я бы взяла ну, точно не 2, а наверное штук 6, потому что тут невероятно, как, я вообще даже не представляю, как можно из этого выбрать, хочется всего, ну, за исключением каких-то вот таких вот теплых оттенков, вот эти бы я не брала, а... Все, что похолоднее, вот, вот это, вот я бы просто забрала отсюда все. Но не в этот раз. Вот, кстати, описание программы Фаберлик-лайк на странице 21. Заходите, смотрите. Так, ну, календарики у нас уже не первые, не в этом только каталоги были, поэтому смотрите, выбирайте. Девчонки, гирлянда, у нас очень, ну, как-то непрезентабельно представлена в каталоге. Вообще непонятно, как она светит, на собаку надета, тут что-то непонятное. Я делала обзор в Инстаграме, и она невероятно красивая. Невероятно красивая за счет того, что у нее вот эта очень тонкая проволочка, она становится прям воздушной, когда ты ее можно и в шарик превратить, еще во что-то. Все гнется, когда светятся звездочки, эту проволоку практически не видно, она как леска полупрозрачная, гирлянда классная, я заказала еще две штуки, одна у меня на вытяжке в кухне, сразу такая атмосфера хорошая, в общем, девчонки, гирлянда на самом деле классная, и я сравнивала с гирляндами в фикс прайсе, все проигрывает, и даже в Ашане нет дешевле, поэтому берите, пока есть у вас на складах а я наверное в инстаграм в актуальное помещу как выглядит эта гирлянда зайдете посмотрите в кружочках в моем профиле так ну это мы уже тоже все видели я пролистываю давайте перейдем к новинкам да? молочный шоколад у нас ну, кружки с бычками тоже мы уже видели, а вот шоколадки у нас э, в этом каталоге только появляются. Наборы шоколадных конфет, не шоколадки. Значит, есть набор с сердечками, с машинками и со зверюшками. Я положила в заказ, по-моему, со зверюшками. По-моему, положилась, мне не изменяет память. Мне очень понравилось вот это оформление. Ну и не девчачьи, не мальчишечьи, а вообще просто универсальные. Так, кстати, да, здесь всего 75 граммов, то есть это меньше стандартной шоколадки. И не содержит сахара. Не содержит сахара, это тоже имейте в виду. Возможно, у вас есть те, кто сахар не употребляет, и это будет хорошим подарком к Новому году. Так, ну, здесь у нас товары с овечкой, так их теперь называют все. Лав, линейка Лав. И по акции кремы для рук, посмотрите, да, 99 рублей. 149 рублей они были в прошлом каталоге. У меня многие просили заказать хороший крем. И вот он за 149 рублей я заказывала, потому что людям нужно было срочно. А сейчас вот, пожалуйста, 99 при покупке двух. Ну и здесь шампунь и маска бальзам тоже при покупке двух. 179-159 хорошие цены. Так, здесь у нас ничего нового, кроме как набор Подарочные упаковки в очень красивой 449 рублей для рук. Поэтому тоже заказывайте, пока есть на складах. Он очень популярный. Линейка зима. Набор крем для рук, для лица, бальзам для губ 299 рублей. Очень выгодно. Так, следующее, что у нас. Ага, вот мы дошли до тапок. Вот такие тапки я себе хотела купить, но... Мне их не дали. Артикул не пробивался. Вот тапки, которые идут в подарок новичкам. Ну, эти для меня серенькие не хочу. И с коровами тоже не хочу. Я вообще, знаете, люблю, чтобы у мордочек, которые у нас, допустим, гномы, да, у них вообще закрыты глаза. Здесь тоже закрыты глаза. Я не люблю закрытые глаза. Я не люблю, когда один глаз видно, а другой не видно. Вот для меня улыбающаяся и милая личика, когда есть глазки. Ну вот эти тапки меня прям пленили, я их очень хочу. Я прям представляю, как мне будет в них приятно и уютно. Реально, вот я не знаю, будет жесткая у них подошва или нет, может быть кто-то знает. Мне кажется жестковато. Я бы не хотела, чтобы они вот так цокали по полу, а были бы прям мягкие, как носочки. Тогда бы им вообще не было цены. С 60% скидкой у нас э, продаются ароматы. Э, не знаю, все, наверное, да, да, да все. Вот эти вот из линейки Story. коктейль Story, Fruity Story, Tropic Story. Маленькие, да удаленькие. В общем, пользовалась синенькой и желтенькой, и розовенькой. Вот это самый густой аромат, самый такой, ну, более женственный, что ли. А эти два девчонкам-подросткам самое то. Бонус. Любой аромат за покупку 299 рублей всего лишь. 30 женские, 35 мужские. И... Тоже можно куда-нибудь добавить в подарок. Это аналог полных ароматов. Викинг Валькирия, обратите внимание, 199 рублей набор из двух ароматов. Очень дорого. Кто не купил в прошлом каталоге по купонам, это ваш шанс. Ароматизированная страничка. Аромат фаворит мужской со скидкой 55%. Лучшая цена года. Минус 60% на восьмой элемент спорт. Вообще очень популярная вот эта линейка. Она тоже очень похожа на какие-то люксовые мужские ароматы но, к сожалению, не в моем вкусе, поэтому мужу я их не покупаю. Мужу я покупаю, у меня у нас есть Викинг, у нас был Эстет, у нас есть Вулканы. Вот, собственно, эту страничку открыла, и все наше любимое на ней нашлось. Берите мужские наборы, берите, потому что вот если оставите все на потом, ничего не будет. Это уже прям из года в год одно и то же. Как только наступает 15 декабря, все такие, а, у меня нет подарков, что делать? Мне надо для мужчин что-то, Начинаешь, что одного нет, то двух нет, то еще. Вот одного товара не будет в наборе, и набор уже не состоится. Уже такую специальную цену вы не получите. Заказывайте заранее. Почему-то, вот, видимо, потому что мужских линеек у нас меньше, чем женских, и разбирают все на корню, как говорится. К концу каталога хочу заказать помаду 4825. Для меня это самая лучшая помада из линейки Glam Team, которые вообще выпускали после нее. Это была самая первая. У меня уже есть три оттенка. Это будет четвертый. Хочу вот этот оттенок. Хотя он для зимы мне не очень подходит. Но для того, чтобы снять видео в домашних условиях, очень даже хорошо. У меня уже есть... Чайная роза, у меня есть розовый нюдовый и у меня есть розовый закат. Вот эти три оттенка есть. Как будто бы они похожи немножко, да? Ну вот заодно сравним. С 60,60% 60 скидкой продаются у нас жидкие матовые помады. Мы с дочерью сейчас заказали, по-моему, вот такой оттенок. Ну, я заказала по купонам. Чуть-чуть дороже. Я не посмотрела, что в этом каталоге такая скидка. И заказали. Ну, неважно, пусть дороже на 30-40 рублей. А, пусть пользуются. Блески 199 рублей. Дальше, ну, моя любимая тушь. 249 рублей. Хвалю, люблю и рекомендую. Это силиконовая щеточка, это фибровая на любой вкус всего 249 рублей при покупке по каталогу на 499 рублей то есть на самый минимальный заказ уже две туши можно получить так с 40 процентной скидкой у нас продается подводка цветная подводка обращаю просто на это внимание подводками я не пользуюсь поэтому просто для вашего сведения тональное средство для сухой кожи, вот это вот конкретно, да, у нас предназначено для сухой кожи. Очень много оттенков. Узнай, как выбрать свой идеальный тон. По QR-коду можете зайти посмотреть. Ну и 299 рублей, честно говоря, для такого тонального средства. Это очень низкая цена. Я просто рекомендую. Глубоко увлажняет кожу и для сухой кожи супер подойдет. 40% скидкой тени, запеченные тени. Наш хит, хит, мне кажется, каталога. Так, ну, здесь я уже заказала кисточки. У меня моя начала лезть для тональной основы. И дочери заказали кисть для пудры. Получилось у нас очень выгодно. Так, следующее. Ага, это у нас новая линейка Global Oxygen. Глобальный кислород. Кому интересно, девочки, я сняла видео про вообще весь кислород, который у нас не только в кислородном бальзаме содержится. Вот, кстати, кислородный бальзам, он у нас, я не знаю, переупакованный или другой состав, я в составах не сильно. Как только будет возможность, я, конечно же, сравню, но в целом, да, о том, откуда у нас берется кислород, что это за кислород, чья это разработка маркетинговый это ход или это все-таки научная разработка, проходите, смотрите мое видео. Я просто <laughs> докопалась до истины и рассказала, что это такое. Содержится не только в этой линейке, содержится во многих уходовых средствах компании Faberlic. И это ценнейший компонент, я о нем рассказала. Добро пожаловать под видео, там будет ссылка на то видео. Так, ну здесь у нас отдельная, получается, отдельно стоящая линейка. В ней питательный крем для лица, вот я думаю, может быть, взять на зиму. Увлажняющий крем для лица, кислородный крем для век. Сюда же входит у нас кислородный бальзам, вот он, кислородный энергетический бустер, это, ну, как я поняла, что-то типа базы под макияж, и кислородная маска для лица. И хочется, конечно, купить сразу все, но цены немножко подкусываются, поэтому придется копить скидки по Фаберлик Лайк или даже выполнять VIP программу для того, чтобы 70% скидок было побольше, и... Все взять по этим скидкам. Дальше здесь еще кислородный мусс для глубокого очищения. Сеточка для взбивания пены. Обратите внимание, такого у нас еще в каталоге не было. И э, кислородная очищающая пенка. Так. Дальше. Сияющий взгляд за 30 секунд, это так реально есть. Экспресс-корректор для кожи вокруг глаз. Каждый раз, когда делаю макияж в прямом эфире, его использую и наглядно показываю, как один глаз начинает светиться, а другой э, остается пасмурным. Так, теперь здесь у нас что? Ага, здесь у нас э, карбокситерапия в мини-формате каждый, каждый шаг, в общем, здесь в одной коробочке все три шага. Если у нас обычно первый, второй шаг в одной коробочке, третий шаг в отдельной коробочке, и все это продается, да, это раз продукт, это два продукта. То здесь все три продукта в одном и по 15 миллилитров каждого продукта. Мини-вариант для путешествий, ну или для тех, кто хочет попробовать, кто ничего не попробовал, вот это для вас предложение. Любимая мною линейка Гардерика. В баночках у нас для сухой и очень сухой кожи. Дневной крем плюс ночной 699. А если добавляется крем для век, то 1000 рублей. Это очень приятная цена. Как говорится, надо брать. Причем она уже достаточно долгое время держится в этом диапазоне. Не поднимают на нее цены. Новинка. Кварцевый вибромассажер для лица. Работает от батареек, но батарейки не входят состав алюминия нержавеющая сталь, железо, кварц и 1499 рублей. Каждый, кто, по-моему, в следующем у нас каталоге будет в подарок новичкам, если я не ошибаюсь, и... По-моему, наставникам тоже можно будет трех человек регистрировать и получать за 1 рубль, если прошли новички первый шаг. Так что нацеливайтесь, решайте, как вы будете пользоваться, хотите, не хотите. И вместо того, чтобы потратить деньги, можно заработать элементарно вот эту штуку. Так, ну и активная сыворотка с коллагеном у нас идет в сочетании с кремом круговая пластика. Обязательно нужно их сочетать вместе. Сначала сыворотку, потом крем круговая пластика на ночь. И ваши ваши личико скажет вам большое спасибо очищающая пудра для умывания появляется у нас в линейке эксперт была в эксперт Фарма», насколько мы все помним но я пока покупать не буду потому что э, у меня она не очень пользуется большим спросом среди меня и среди моей дочери но использовать мне ее нравится как вот как бы это сейчас звучало непротиворечиво но так и есть я все время забываю про нее вот и очищаю пока лицо другими продуктами но пудра очень классная до скрипа раньше она вычищала мне прям интересно даже как сейчас но видите планы на 70 процентную скидку очень грандиозные цена на пудру 499 рублей вот в эти наборы она не входит к сожалению вот но она все по балансе то есть она регулирует выделение кожного сала поэтому присмотритесь я рекомендую она раньше была очень хорошая я думаю что здесь и точно не ухудшили ее состав и эффективность ну абцепилинг девчонки это классика жанра это для тех у кого пигментация для тех кто хочет выровнять личико иметь вот такое вот фотошопленное лицо это точно для вас я обожаю просто эту линейку сейчас использую исключительно на щеке иногда конечно еще на лоб наношу на нос но <coughs> простите чаще это у меня происходит именно э, со щеками Наношу шаг а шаг б у меня закончился вместо него приходилось использовать гель скатку из засила но в пути у меня шаг б купила по купонам и буду использовать шаг С у меня тоже есть вот ничего не убирайте из программы ничего не заменяйте тогда у вас будет эффект если вы уберете этот шаг или в конце другой крем возьмете у вас не получится такого эффекта я не понимаю как но все-таки видимо программу составляли программа работает вся вместе и я рекомендую именно брать всю программу набор 999 рублей со скидкой, даже вот у ну, новичков он будет 800, да, 20% скидка сработает. Шаг а, шаг а и шаг Б, конечно, заканчиваются быстрее, чем С. И это для тех, у кого шаг С есть, а А и Б нужно докупить. Ну, любые варианты. Классно, что сделали два разных набора. Ну, это, это моя любимочка, любимчик мой, вот эта линейка Bloom 45 ⁇ Обожаю эту сыворотку. Закончился у меня ночной крем. Сейчас я буду дневным на ночь, наверное, пользу В общем, еще я не поняла, как мне лучше. У меня очень много разных уходовых средств, и я из них пытаюсь составить программу по своему уходу. Но сыворотку обязательно куплю в запас, у меня, потому что только одна осталась в запасе. Это для меня очень мало. Мне надо больше да побольше, да побольше. Зубная паста 99 рублей. Многими любимая, концентрированная. Так. Ага. А здесь я хотела обратить внимание, всегда пропускаю эти линейки, потому что они меня интересуют мало. Вот, и тут всегда какие-то акции. Ну, вот это конкретные новинки, я уже показывала эти ароматы. Но здесь добавились у нас бальзамы для губ. Причем добавились не во всех линейках, а именно с малиной, с грушей и с бананом. Вот я уже заказала два бальзамчика себе и дочери, будем пробовать. Она у меня забраковала, опять теперь еще и бальзам зима. Что-то у нее там все в горле першит. Ну что теперь делать? У всех реакция разная. С 40% скидкой у нас солонкая. И что я здесь вам могу порекомендовать? Конкретно сыворотку, спрей уплотнитель. Мало того, что он реально уплотняет волосы, он еще и облегчает укладку. И двухфазный спрей питательный. Тоже очень. У... Упрощает, упрощает укладку с 40% скидкой. Он реально двухфазный, просто здесь, видимо, уже смешали. У меня это все было, и одно, и второе средство. Причем вот это пахнет так же, как вся линейка с ценными маслами. Пахнет эфирными маслами. И аромат такой восточный, немножко мужской. Я обожаю этот аромат. Вообще ароматы здесь все классные. Но единственное, что вот это вот, его прям ощущаешь с волос, и мне это нравится. Так, с 40% скидкой у нас рису шампунь, который тоже я еще я купила, но не протестировала. И самая, наверное, приятная новость для тех, кто у нас покупает продукты питания в каталоге, это новинки со скидкой 45% на вторые блюда. Кускус -кус куплю в конце каталога. Перлоты с грибами я пробовала. Здесь в составе есть имбирь, и блюдо получается острым. Поэтому у кого проблемы с желудком, с поджелудочной, ну, я вам не рекомендую. У вас вам может быть островато. Пасту с томатами и овощами я покупать не планирую. Хочу еще купить полбу. Гречку с тыквой тоже как-то сомнительно. Поэтому ну Я просто не, не предполагаю, какое это будет сочетание. Хотя в конце каталога, может быть, надумаю и куплю. Так вот, получается, как минимум две штуки я возьму на пробу. И в инстаграме я в прошлый раз показывала, как я готовила эту, это перлотто. И мои дети, мои дети которые сначала, что это перловка, фу. В итоге у нас тут не три порции получилось, а пять. Мы с детьми. Поели пять раз, я один раз, и они по две порции съели. То есть здесь три больших порции. А нам с детьми хватило э, поесть в общей сложности пять раз. Вот готовили ровно по рецепту. Батончики, смотрите, 189 рублей. Вот теперь на них, ну, прям суперская цена. Обязательно надо пробовать. Дочь заказала, мама, купи мне яблоко, вишню, осай. В конце каталога возьму. И возьму батончик на пробу, скорее всего, с миндалем, клюквой и хиноцеей. Тоже будем пробовать, я еще не покупала. Переупаковали у нас мастоп. Посмотрите, он теперь в новой упаковке. Все у нас под новую линейку. Очень жду секреты Востока. Потому что я купила, девчонки, да, вы говорили, что у него есть небольшой какой-то послабляющий эффект, и реально он есть. И когда я сказала, что он есть, мне сразу заказали три упаковки, и я буду, я прям жду для того, чтобы заказать. Но прочитайте. Противопоказания по веществам, которые в составе, возможно, вам не подойдут. Гиполайт тоже переупаковали, сделали более красивую упаковку. Стилизованную уже под, под весь фитополис. Вот Энзи Пауэр еще не стилизовали, да, у нас еще в старой упаковке. Новинка. Уже у меня в заказе биосредство моющее. Конечно же, сразу захотела натуральные эфирные масла. В составе, в качестве ароматизаторов жду, очень жду, потому что наше универсальное средство, которым я пользуюсь до сих пор, мне не нравилось по аромату. По эффекту нравилось, по аромату нет. Обязательно закажу себе, вот для меня ассоциация с Новым годом, это вот эти два освежителя. И хотя мне сейчас не нужно, у меня есть, у меня в использовании вот такой, но именно зимой у меня ассоциация апельсин с корицей. Корицу я тут, слава богу, не чувствую, я не люблю аромат корицы. И зимние ягоды, это два новогодних аромата, которые я хочу ощущать, и пусть они у меня стоят. И будем пользоваться. Новая линейка у нас для любителей домашних животных. Вон здесь у нас собаки с накрученным на голове полотенцем лежат. Тут собаки с руками. Веселое, конечно, оформление. И я посмотрела очень даже интересные продукты. Уже те, кто у меня покупатели есть, разослала им, сделала из электронного каталога мини-версию. Только эти странички включила и отправила им. Отправила показать, что у нас теперь есть в каталоге. Ну и новинки для детей. Мне кажется, это вот прям мечта любого ребенка разрисовать свою футболку. По крайней мере, мои дети разрисовывали свои футболки только так. Если бы я им купила специальную, чтобы разрисовать, ну... У них бы вообще был восторг полный. Но сейчас дети уже вышли из этого возраста. А ваши, возможно, еще в том возрасте. Маркеры в комплекте. Очень очень весело им будет. Носки, раскраски с маркерами, да, то есть не только, вот, видите, на девочке, а где тут, кстати, сами носки? Вот кроме как вот тут, фиг разглядишь. А, ну, на мальчике, да, как-то их показали, тоже нужно приглядываться, поэтому, девчонки, приглядывайтесь. Так, появляется у нас просто носки для взрослых, уже раскрашивать их не получится. Женский с жаккардовым принтом. Интересно, как он, где он тут видно, жаккардовый принт. Но я надеюсь, что я, когда приду на пункт выдачи, там моя Марина уже что-нибудь закажет. И мне покажет, и я вам тоже покажу. Я всегда прихожу, она меня заваливает новинками и говорит, на, снимай, твоим же будет интересно. Спасибо ей, конечно, большое за это вот и носки у нас идут по две пары вот видимо вот наборы представлены вот так вот слева направо вот и мужские тоже 379 рублей 20 процентная скидка на них еще будет распространяться так пред... ага, нет еще не предпоследний стикер М -м, да это я просто хотела показать а, топ-менеджеры faberlic а, оделись в одежду от компании и демонстрирует ее для нас с вами костюм. Красивый деловой костюм. Топик, видимо, наш тоже. Вот блузка. Блузка, да, тоже от компании Faberlic. Кто ходит в офис, это, конечно, для вас. Рима Корнеева, да, наши гуру в уходе. Платье. Я очень хотела такое платье взять, но поняла, что ходить там мне некуда. В офис, офиса у меня Нет. Вот, и, ну, я просто, я просто его куплю и будет висеть, поэтому не покупала. Ну, в общем, посмотрите, да, кто в чем, все артикулы, все указано, кто во что одет. Ирина Валентиновна в блузке. Это я, честно говоря, <laughs> мельком думала, что Татьяна Навка, да, очень похожа. Наталья Бинат, директор, бренд-директор категории «Декоративная косметика». Накрашена очень красиво, нюдово. Так, ну и скидки до 50% на одежду из прошлых коллекций. Полистайте, может быть вы что-то хотели, но цены кусались. Вот сейчас они а, тут даже до минус 55 и минус 60, девочки. Тут уже цены не кусаются. Ну и платье. Платье, да, я делала видео в прошлом, да, в прошлом году на пункте выдачи, примеряла платье. Вот это примеряла платье, это уж не помню, такое точно, вот оно мне понравилось больше всего. И тоже все со скидками продается. У вас еще есть шанс, чтобы вот это примеряло точно платье. И, и не помню, какое, по-моему, такое синее. Я постараюсь сейчас это видео найти и приложить тоже информационные, в информации под видео, для того, чтобы вы не искали, а просто посмотрели, вдруг вы захотите купить. Так, ну все, каталог на этом завершился. Точнее завершился не каталог, а обзор на него. Каталог-то у нас, слава богу, трехнедельный. Какое же это счастье, когда каталог длится три недели, а не две. Хотя с другой стороны, да, чем больше каталогов, тем больше у нас зарплат. Это раз, а два. Тем больше ты собираешься в кучу и начинаешь что-то делать. Вот реально двухнедельный каталог подстегивает что-то делать, работать. А трехнедельный ты первую неделю раскачиваешься, думаешь, ой, да чудо, сейчас пока вот я бы немножко отдохну, ничего делать не буду. Вторая неделя проходит по инерции. Да, собственно, что вроде и так все нормально идет. И только на третьей неделе ты начинаешь что-то там, какие-то свои показатели подтягивать, что-то делать. И если вот так рационально подумать, да, я уже просто разленилась, расслабилась, а двухнедельный каталог все-таки держит в тонусе. И если работать так, как я работаю в двухнедельный каталог, в обычный трехнедельный, наверное, я бы уже доросла не только до старшего директора, но и выше. Кстати, я в этот раз в двухнедельный каталог превысила показатели прошлого трехнедельного каталога. И но это не удивительно, потому что реально за две недели ты собираешься в кучу и начинаешь что-то делать. Так что неизвестно, что лучше. Вот. Ну, на этом все, девчонки. Большое спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что тапки вас впечатлили и вы зарегистрируетесь и получите их себе в подарок на Новый год и будете всю зиму ходить по своей квартире с теплыми ножками, в мягчайших тапочках, в таких милых и интересных. Ну, на этом все. А, кстати, да, ссылка для регистрации под этим видео. А теперь всем пока, увидимся в новых видео.